Творец, когда раскрывается, это сила объединения, которую мы достигаем. Сила объединения, которую мы достигаем, называется Боре. Боуре, когда то, что я достиг, это то, что я получил. Вот и все. Это не так, как вы думаете, что раскрывается что-то вне меня. Это во мне, раскрывается сила сопротивления к объединению, и сила объединения вместе, они формируют для меня условия, то свойство, которое называется Творец. Приди и увидь, Боуре, я как творение иначе не могу почувствовать, но только вещь ее противоположность, свет на фоне тьмы, и так это раскрывается. Рацион лекабель, они кибальте о том. Желание получать я получил с рождения, с духовного, скажем, рождения, а желание отдавать я получаю согласно своей работе, согласно своему усилию. И тогда получается, что раскрытие Творца, оно мое, я купил его, я его выстроил, сделал из своего усилия по объединению на основе сопротивления к объединению, когда с самого начала я создал злое начало, так Творец мне сделал.